ребят, с вами Урахара. Коротко о нашей тренировке. Три. Ой, бля! Это серьезно. Это было жесть, люди. Вы просто видите, как мы медленно идем, мы не можем быстрее. У меня сумку с подотмею не поднять, блядь. Блядь, Дим, не двигай меня. Я уже не вернусь на прошлую траекторию. Меня машина давит, блин. Инфинити. В общем, вот как-то так. XT30D. Я не чувствую свои ноги. Люди, у кого есть бесплатные ноги, давайте мне. Хотя нет, я их чувствую, но лучше бы вообще не чувствовал, отвечаю. В общем, это была жопа. Это было охуенно. Всегда. Ходите в кач. Да, всегда бы так. Вы поймете Настер, если вы пойдете, поэтому ходить. А еще я честный человек. Да. И он только что мог заниматься до декабря месяца, но он сказал правду. И ему исправили абонемент, направили на число, то, что он кончается в этом месяце. Вот такой вот он, честно, Димка, не захотел халявно ходить в зал. Халява, а ты будешь платно. В общем, а вы тоже ходите в зал. Бесплатно. Будьте честны, всем пока. Удачи.